Привет, мои дорогие. Дорогие те, которые очень, ну и те, которые совсем не очень. Всем вам привет. Сегодня я увидел сообщение, которое мне написал игрок с ником Чпок. Сообщение такого характера. Привет, меня зовут Богдан. В игре известен как Чпок. Когда-то давно ты яро пытался доказать, что я играю с софтом. Если ты до сих пор так считаешь, то мы можем поговорить насчет этого. Достаточно интересно было бы пообщаться с тобой. Я ему ответил: здравствуйте, давно не смотрел ваши повторы. Но мое сообщение не было доставлено. Обычно такое случается, потому что у нас с ним нет общих серверов. Или получатель принимает только личные сообщения от друзей. Игрок о себе напомнил. Я думаю, дай-ка я потормошу память, посмотрю, как же сейчас чухает себя этот Чпок. Нашел его ролик, пересмотрел его еще раз, зашел на ThunderSkill. Статистика его уменьшилась, стала 80 кпд. Была статистика его 83,3, прям нагибун. Тогда он состоял в полку промо, сейчас в полку Олист. История сквадронов его вот такая. Игрока помотала судьба, причем помотала прилично. Ах, ёп. Хрена себе тебя поносила. Ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть. Ладно. Ну, думаю, дай-ка посмотрю, что он такой смелый. А и научился скрывать читы. И начал смотреть. Начал с повтора на джунглях, там, где он на 85-ке попытался там поднагнуть, ни хрена у него не получилось. Затем я открыл предыдущие повторы, так поискал, думаю, посмотрю-ка я на какой-нибудь новой карте. Зашел на прадеж, он там проехал, слился. Затем, думаю, дай-ка я гляну соседний Ближний Восток. Такое ощущение, что зайчишка попал в лес к волкам, и он каждого угла там шугался. Думаю, ладно, что-то может другое, какую-нибудь другую новую карту. Бреслау. Так же самое он здесь слился. И думаю, блин, ну не может быть такого. Читаки ж. Они как наркоманы. Они ж не могут бросить это дело. Они либо игру бросают, либо продолжают читерить. Только единицы бросают эту гадость и начинают играть честно. Короче, игрок играет теперь без читов. По крайней мере, это так выглядит. Возможно, он научился так это скрывать, что сливается в каждом бою. Но тогда вообще какой смысл в читах, если ты сливаешься? Что я вам рассказываю, ребят? Давайте мы вместе сейчас посмотрим. Сначала мы поглядим то видео, которое было сделано 2 года назад. А затем мы посмотрим, как он играет сегодня. Усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Так, ну вот он, порно Чпок на ультра-лоу графике. Да, немножко посветлее, да? На ультра-лоу графике. Светлее, светлее, не спорим, светлее. Освещения этого глобального нет, да? Давайте включим камеру от лица игрока и будем сравнивать, что же видел этот игрок. Как я его назвал, это Чпок. Вот пантерка, которая едет. Ну что там? Ну разве ее там видно? Не видно. Опа, вот оно, движение такое. Ты-дынь! Вот теперь башка ее появилась. Вот она появилась, и он ее встретил. Дальше. Ну, как мы помним, здесь у нас ничего криминального. Ага, пантерка вот эта вот, да. Сначала на Як-Тигра навелся прицел, потом сместился на пантеру. Да, у него автонаведение, у него АИМ работает полным ходом. Обратите внимание, как сейчас весь бой будет у него прицел двигаться. Дергаться, сдваивать вот так вот. Тринь, тринь.
Я к тигру. Не, передумал. Тигра Хэншеля. Там его не видно. Смотрите, доворачивает корпус. Посмотрел на тигра Хэншеля, который едет. Как мы помним, да, ребят? Как мы помним, тигр Хэншеля едет. Ой, Гайдин, что вы сделали нам тут? Камера вот так и вот так. О, тигр Хэншеля, ребят, как мы помним. Тигр Хэншеля едет вот где. Видали? А чувак уже его, уже о нем знает. Это же тайминги. Как говорил бородатый мальчик, это тайминги. Сейчас, смотрите, будет тигр выезжать. Надо, тайминг, тайминг. Вот он, смотрите, тайминг работал. Чувак уже приготовился встречать. Еще раз глянем, где находится наш тигр. Вот, видели? Из-за угла сейчас тигр будет выезжать. Тайминг. Расписание у парня есть. Такой посмотрел в бинокль. Ой, сука, ай ты шлюха. Что такое? Не успел. Ай, не успел. Як тигр. Да? Тоже чуйка сработала. Як тигр прицелился. Это называется внезапное чувство приближения опасности. Измена. В читах есть. Алярм. Не, як тигр. Да, как мы уже говорили, ты не полный долба. Этот самый дурачок. А зря ты як тигра не убил, да? Понимаешь, ты не смог бы его убить, но... Получи ты, получи ты. Чпокнул тебя як тигр, чпокнул. Так, наш педоспортсмен. Ускоримся, он сейчас тут посмотрел. Ну это нормально. Вот он выстрел сделал, пересел на дымовые. Сейчас делал дымочек, чтобы проехать простреленную эту зону. Вот, теперь пересел опять на камерники, и вот здесь сейчас будет прицеливаться. Какой спортсмен, видали как он? Смотрите, куда попал. Точно в цель. Давайте еще разочек глянем. Вот тут тигра, его же не видно. Не видно. Вот здесь выстрел сделал по танкам, да, типа в ответочку. Как тигр стоит. Так, ну вот тут он переключается на дымовые снаряды. Нормализуем скорость. Ну что ж ты, тут еще хуже видно, кстати, чем на той графике. Просто, да, такой? Типа ищет такой. Нашел, да? Нащупал. Нашел такой. Искал такой. Нащупал. Мог бы сразу стрелять, мы тебя уже раскусили. Что ты читер. Такой осмотрелся, решил осмотреться. Ну, типа этот самый. Боец. Честный. Косит по честного бойца. Оп. Вот это вообще номер. Вот это номер. Просто. Посмотрел прямо и такой резко у него такая. Сука. Красавчик, давайте на еще разочек глянем. Это нужно, этим нужно насладиться.
Вот эта пантера. Тоже на нее повернулся, да? Ну тут обычно, да, часто всегда танки стоят. Опа такой. Кто еще у нас? Вот тут тигр у нас едет, да? Я понимаю, что там кончик танчика видно, но... Вон их сколько. Вон их сколько. Не видно там, да, я не видно, не видно. Смотрите, как он удачненько заезжает, да? Он понимает, что стоят там внизу три танка. Заходит, осматривается по сторонам, да, чтобы тут никто не это. И заходит. Сначала этого дальнего. Я тигра отомстил. Вот тут я не знаю, блин, да? Тут стоит, блин, куда он смотрит? И понеслась. Ой, пазик. А пазик, я не знаю, то ли бот, то ли за чаем пошел. Нет, не за чаем пошел, наверное, бот. Да, у него, смотрю, у него просто-напросто... А, ну три пикселя, что у него находятся по всей башне, поэтому глаза у него на 360, ребятки. Это не как у всех, это только у спортсменов. У педа-спортсменов глаза на 360 градусов. Орудие заряжено. Ага, вот он, Як-Тигр стоит, да? Не пробил. Что ж такое? Сейчас будет за угол смотреть. Ага, такой посмотрел. Одного вот такой рассмотрел. Второго такой рассмотрел. Красавчик, блядь. Прицел плавненько уходит за танком. И тут... Да, и пантера в жопу зашла, и борт получил. Ну, смотрите, прицеливание по мейстеру 410-му. Смотрите как. Оп. Видите, как ствол дергается? Это автонаведение. Дрожит у него, видите, как этот самый прицел. Видели сейчас такой? Ты-дин-ты-дин. Да, здесь игра была получше видно, чем на этой самой, на высокой графике. Но туда нужно было посмотреть сначала. Если знать, куда смотреть, можно всех рассмотреть.
начал чаще, да, просто в пустые места смотреть. А чё ж ты раньше в пустые места не смотрел? И, ребят, тут достаточно тех парочку моментов. Тех двух моментов, наверное. Наверное, двух. Мы их выделим. Там, где этот парень шмаляет через текстуры по танкам. Достаточно их для того, чтобы сказать, что это читер. Но мы-то не просто... Мы-то посмотрим еще бои с участием данного педа-спортсмена. Бля, ЖПЗ-ка покоя не дает, бля. Поведение прицела неадекватное. Это обозначает, что у парня есть еще какая-то штука, которая вмешивается в прицеливание. А именно АИМ. Вот опять на ЖПЗ-ку посмотрел. Она же вообще под землей едет. Она же хрен знает где. Нам опять... А, нам тут так же самое не показывает эту камеру. ЖПЗ-ка едет кто и знает где. Ну, это педоспорт. Первый повтор будем смотреть на карте Прадеж. Играет он с напарником, игрок с ником то ли Ротка, то ли Помка, то ли Ромка. Поехали. Так, вот он наш чпок. Играет он на Леопарде. Давайте посмотрим его карточку игрока. Так, что у нас тут? За последний месяц 1.63. А было 2.03. Он за месяц срил почти на четверть. Точно, наверное, бросил читы играть. Так, давайте нажмем пока на паузу. И продолжим смотреть карточку игрока. Так, послужной список. Гляньте, какая у него статистика, видали? Эх. Эх. Эх, как он раньше нагибал, да? И как играет сейчас. Сейчас вы просто офигеете с разницы. То, что вы только что видели, и то, что будете видеть сейчас. Поехали. Какие-то рывки у нас звуковые, но это War Thunder. Это баг на баге и багом погоняет. Так, ускоряемся. Здесь он просто едет, рассматривает. Карта большая, новая. Тут он тормознул шнурки завязать, наверное. Посмотрел. Да, совсем другое поведение, да, ребят? Совсем другое поведение, не то, что там. Так, Помка умер. Помку грохнул ПТ-76.
57-й. Уже стан из полка ревут. И все, и Ичпок встал. Вместе с командничком. Заперли их в тоннеле. Справа ПТ-шка. Спереди непонятно. Слева тоже неизвестность. Так, ну давай, 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 Чпок. Ну. Победит тебя тупость или глупость? Да, победила. Надо же, тоннель, выезд из которого простреливается, решил все-таки выехать. Ну ладно, поехал, срился, поиграл парень. Ну все, он берет зенитку и начинает тут зенитить. Дальше я не смотрел. И давайте посмотрим теперь другой бой на Ближнем Востоке. Так, убираем списки. Поехали. Помка прет вперед. Давай, Чпок, давай. Чпокай всех, как ты это умел раньше. Ну-ка, давай. Что такое, стрёмно выезжать, что ли? У тебя ж тайминги, ты ж все знаешь. Тайминги, все дела, ты ж должен тут полностью все знать. Всю карту, ты ж должен там танк выезжать. Тут даже мне показалось, ребят, сначала, что он танк ведет. Нет? Оказывается, у него такая манечка сейчас появилась. Водить везде своим жалом. Просто ищет везде. Ищет везде опасность, везде ищет угрозу. Видите, тело просто пытается искать, что там, как там, что-то ищет. Рассматривает каждый сантиметр и никуда не едет. А как же твоя информативность о перемещениях противника по карте? Как же твоя удача, как же твой скилл, как же, ты же Чпок. Оказывается, ты Чпок потому, что тебя чпокают теперь все. Давай, вперед. Родина не ждет, все едут вперед, а ты стоишь. Ну что ж ты, что? Давай. Аккуратненько выглядываем. Оп, нет никого. Блин, где-то затаился враг и ждет тебя. Вон, походу уже помка по второму кругу едет, да? Да, помка уже дубль два. War Thunder, это такая игра удивительная. Тут, блин, скилл в последнее время не роняет ни хрена. Так, чуть-чуть. И еще везение немножко. А в основном РПУха. Вот, смотрите, он даже не сразу понял, что на точке С, на которую он заехал, есть вражина. И вот она, эта вражина, вот она. А только что мы с вами смотрели, такой спец был, такой резкий, такой дерзкий, вау, тыщ, такие прострелы делал. А тут тебе стабилизатор у тебя есть, все дела, ломик даже есть. И нифига, что-то не играется у него. Тупик какой-то у парня. Так, ну точку взял уже герой. Все, отлично. Вражина жестокий, никого не жалеет и не щадит. А ты выжил и взял точку. Это уже большой плюс, огромный. Так, смотрим статистику. Статистика бешеная, Чпок. Где твои 18 танков? Где твои нагибы?
Что ж такое? Что с тобой случилось? Дал аккаунт брату поиграть? Или сестренке? У нас был такой случай, ребят, да, вот или в прошлом году. Один у нас читачок тоже так играл. В упор танк не видел. В упор танк не видел. Охренеть. Читачок, который стал играть без читов. Смотрит такой, точку С берут. Кто берет? Где берут? Ё-моё, кто точку берет? Да кто же это делает? Непонятно. Не вижу. Кто? Кто? Что? Кто берет точку? Да я беру точку, говорит ему 103-й. Пулеметом ему прям показывает. Я вот он, я здесь. А наш скут просто дупля не отстреливает. Выстрел? Нет там никого. Да что за хрень? А ему 103-й опять говорит. Да это я, вот он я. Во, бля, танк. Ё-моё, так бы сразу и сказал. Капец, каждого угла шарахается. Где-то танчик гудит впереди, да? А где? Хрень его знает где. Вот с маркера мы видим, где он. А ты что играешь сейчас без маркера? Поэтому стрёмно. Где ж там танчик, блин? Ай-яй-яй. Ну, слава богу, что вот тут тебе подсвечивали танчик, что здесь его отметили, разведали. Вот, по данным разведки, если бы его не разведали, ты бы, наверное, и его не заметил. Первый фраг. Починаем. Нормально. Первый фраг попал. Отлично. А ну смотрите, ребятки, 62-ечка, видите, едет. Как он, помните, тигра увидел, вообще, увидел пиксель тигра, который промелькнул там на доли секунды, и он такой, ва, смертухи, как дал ему. А тут, может, тоже так сделает? Оп, проехала 62-ка, чё ты башни там не повернул, не стрельнул, догонку ему, ёлки-моталки. Ты ж скилловой педоспортсмен. Видели? Он выглядывает танк там. Он его высмотрел, но плохо его видно. Вон, видите, стоит. Вот, смотрите, третьего лица, он его увидел, а так увидеть не может. Был бы с читами, уже бжахнул бы, а так он не понимает, куда стрелять. Ну, конечно, я бы тоже бы не сразу понял бы. Тем более, если промажешь, ты спалишься и получишь в ответ. Вот, смотрите, он попал, но не шибко сильно попал, спалился. Поэтому, что ему сейчас в ответ дали, в дудку, сломали ее. Ай-яй-яй, спалился. А танчик впереди, тот серьезный пацан, на туристе приедет сейчас бить тебя. Он ждал, походу, тебя там. Он, походу, ждал тебя там стоял. На тебе. Месть за брата. Бей читаков. Бей даже бывших. Бей читаков. Ну, сейчас он возьмет килат 28-го и бомбанет трехтонкой зенитку. Ну, тоже скилл, небось, надо иметь, чтобы зенитку с трехтонкой забомбить. Ладно, мы это смотреть не будем. А, давайте ж мы глянем на турнирную таблицу. Нагиб, ух, так нагиб. Следующий бой с участием Педачпока. Педачпок, Педачпок. Ух, и ник ты себе выбрал, Чпок. Ох и блин, то полкачком назовут, блядь, то себя Чпоком. Капец какой-то. Так, Ближний Восток, Прадеж. И я там глянул, что там глянул? А, точно, Бреслау. Поехали. Продолжаем смотреть, как играют читаки с читами и без. Так. Чпок. Да, ты теперь не чпок, а тебя чпок. Убираем списки и камеру от лица игрока. Немножко ускоримся. Оп. Вот это мастина. Мастина, вот этот мостик расстреливается. Ой, опасный мостик, опасный.
У них там позишн, ребят, вообще шикарный. Артандер, когда вы почините вот это, когда будет камера включаться сразу? И желательно, чтобы она на протяжении всего боя включалась. А то, что в конце боя эта камера, и не только эта, работать не будет. Там у них прострел, гляньте какой, шикарный. Вон они уже стоят. И ждут, пока граждане поедут по этому мостику. Так, ну ладно, едем. Педачпок, 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 педачпок. На тебя. Опа. Поджарили пупку. Кто? Видите, он не понимает, кто, потому что он играет вот так. Вот так он играет. Пойди разберись, откуда прилетело. Это мы с вами видим, что вот отсюда прилетело, вот отсюда. А он-то сейчас играет вот так вот. А так не особо-то и разберешься. Вот только сейчас после вспышки стало видно, что прилетело оттуда. Вот, теперь он понял, откуда прилетело. Теперь понятно. Оп. Фартануло, что не убили. Ну, красавчик в Бразилии, да, такой? Прикрылся другом, товарищем, напарником. И давай гасить. Ничего, помочь починиться. Ай, стреляет, еще и мешает товарищу его починить. Красавчик, вот это я понимаю. Если бы не Ромка, или не Помка, убили бы тебя, дурачка, здесь, убили бы. А так, благодари Ромку, что вернулся. Сейчас тебя починят, и будешь почти как новенький. Правда, чпокнутый немного. Маркера. Осмотреться. Да, карта такая, конечно, паршивенькая, паршивенькая, паршивенькая. Ни хрена не видно, непонятно, кто где, за каждым углом может тебя ждать твоя смерть. Перекрестков куча, проездов туча, читеров еще больше. Вот стоит, видите, Type 87. Если бы играл бы с читами, сейчас бы, сука, дальше бы не поехал бы, стоял бы уже, пялился бы, как бы, типа бы, искал бы такой подъезды, проезды. А так она долбит, стоит там, даже на нее внимание обращает. Леопарда глушит-то тайпик тут. Ну и пофиг, бля. Вот так, читеры себя ведут без читов. Видим. Патроны летят, как пишут Гайдзин. Патроны! Скорость патронов! Это ж надо было такое придумать. Это Гайдзин так написали в описании обновления. Скорость патронов увеличена до 820 метров в секунду. Ребят, насколько я понимаю, патрон это такая штука, которая состоит из пули и гильзы. В гильзе находится порох, который при воспламенении выталкивает пулю, и пуля летит с определенной скоростью. Ну вот такие у нас профессионалы в Гайдзин теперь работают. А мы-то думаем, чего у нас баг на баге? И такие баги, конченые, мелкие, так их много. Их исправляют, конечно, но не все. Ну блин, багов просто такая куча, трындец. Да, Type 87. Скорострельные у тебя тоже патроны, небось. Скорость патрона. Ага, тут забили противника. Тут ты немножко посмелее, посмелее такой, да? Смелый, смелый. Смелый дурак. Опа, слева, слева. Был бы че такому, уже встречал бы. Еще такая быстрейшая реакция и выстрел такой, смотрите, мгновенный. Ну, свертухана, шок такой. Раз, два, три, четыре, пять. На 6-й секунде только сделал выстрел. Ни хрена себе, вот это реакция, вот это скорость, вау, вот это скилл. Ай-яй-яй, так быстро.
О, БМПшка стоит. Надо ее грохнуть. Как тебе фартануло, да? Ой, что такое? Уехала, не фартануло. А вот внизу 55-ка стоит, а? Что ты, видишь ее, нет? Видишь? О, видишь. Давай, гаси ее. Ой, и это уехало. Да что ж ты будешь делать? И пи... прописали. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, поиграл парень. Капец. Давайте посмотрим еще один повтор на джунглях. Так, джунгли, 13 марта, свеженький повтор на джунглях. Поехали. Кстати, ребят, в повторах такие глюки происходят. Иногда, когда танку башню ломают, он чинится, а башня у него как смотрела куда-то там вправо, так она и смотрит. И я подозреваю, что в игре такие тоже фишки бывают. После поломки привода горизонтального наведения такая хрень происходит с башней. Выезжает на тебя танк, он на тебя не смотрит башней, да, стволом, но делает по тебе выстрел. Это я уже несколько раз встречал. Это было у меня на повторе с игроком, который на 2 СТРМ сделал 17 фрагов. И сейчас было это вот с этим чпоком на прошлой карте. Когда я просматривал повтор, там такая фигня была. Еще раз включил заново его, все нормально стало. Так, ну вот наш товарищ решил вспомнить молодость и думает, дай-ка я хоть тут понагибаю. Понагибаю хоть здесь. Так, включаем маркера и смотрим, как он сейчас будет играть. Местяк, конечно, прекрасный, но не для этого танка. Хотя, как скажут нам специалисты, нужно просто руки иметь, которые растут из плеч, а не из попы. Вот танки едут, у него не получается по ним гасить. Никак не получается, ну никак не получается. Эх, буряха-муха, да? А так хотелось хотя бы одного жахнуть. Как говорится, чпокнуть. А что-то не чпокается нифига. О, давай. Не попали, не попали. Не убился. Вот, СТРВшка хорошо стала, тем более танчик бумажный. Вот тут фраг первый есть. Эх, и товарищ сдох неудачно, да? Коптит стоит. Не попал. Что такое? Ты же дистанцию небольшая. Что ты можешь? Ты ж профи высочайшего педокласса. Что-то ты не видишь игроков. Кто такой зрячий был? Такие пиксели видел. А тут не видишь никого. Странно, странно. О, о. Не успел, да? Убежал игрок. Ух, блин. А раньше бы ты ему кинул бы в догонку. Эх, место хреновое, да? Не получается. Напарники твои там, что там такое? Нет там никого, да? Заметьте, ребятки, да, в том бою первом, который был 2 года назад, который на Берлине, он прям первый такой лес пролом, знал, где кто находится, угадывал налево, направо, стрель, стрель, лёх, вах, жах, бах, трах, весь такой из себя. Тут же, который бой, блядь, едет, как какой-то, не знаю, точно же зайчишка. О, 85-ка едет, давай, гаси ее. Не попал, да? Странно, как-то не попал. Вот нет читов и не попал. Эх, не хватает чего-то в тебе такого, чего-то скорости не хватает, точности не хватает. Ну, попадешь хоть здесь? Опять не попал? Да что ж такое? Где ж твой скилл пропал? Пробил, что ли? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Что такое? Наверное, скептики скажут. Волков,
ты выбрал самые страшные повторы и решил нам их показать. Так и скажет. Точно так скажет. Да, давай на гору лезь, тут высоко сидишь, далеко глядишь, должен всех видеть. Ускоримся. О, месяк хороший, давай, гаси. Как раз тут хорошо все видно. О, тут поехал, давай. Опа. О, попал чутка. Добить надо срочно, да? Смотрите, как она находит, эта зенитка, видите? Он уже сделал выстрел. Причем у нас внизу баг, видите? Выстрел сделал, пошла перезарядка, но она и не на паузу не нажалась, и не происходит до конца. Она бим-бим-бим. Причем баг еще такой, что наводишь на снаряд в повторе, в серверном, а тебе не подсвечивают характеристики снаряда. После обновления это появилось, потом его исправили, теперь вышло еще одно исправление, и опять они его поломали. Короче, с каждым обновлением они добавляют баги, чинят, добавляют, так годины и работают, каждый раз, и причем баги все в основном одни и те же. Че, убил что ли? Ничего себе, зенитку убил? А нет, не убил, ёшки-матрёшки. Опять не получилось. Что-то ты, блин, меткость твоя куда-то пропала. Кто видел каждый пиксель, а теперь ослеп. Внезапно взял и ослеп. Хрень какая-то, да? Вот что происходит, когда читер играет без читов. Сразу же слепнет на глазах. О, жамба, давай, точно, гаси. Не, да? А? Чего-то ты никого не видишь, ни по кому не попадаешь. Конечно же, ребят, конечно. Одно дело сидеть у себя дома и кричать, что я нагибун, я киберспортсмен, я лучше всех, а вы все днища. А другое дело сесть и поиграть без читов и попытаться показать свой скилл. Вот что нам сейчас игрок и продемонстрировал. Продемонстрировал нам сейчас с вами отсутствие скилла, полное отсутствие своего сверхнагиба. О, еще и в башку прилетело. На тебе, говорят, на тебе. Как слепой котенок. Никого не видит, ничего не видит. Где-то спереди танк гудит. Я вот слышу сейчас, где-то гудит американский то ли Шерман, то ли Джамба, то ли М36. Какая-то американская тачка. Ага, вот он у нас. Джамбик. На тебе. Все, поиграл. Че у нас тут? Один танк, три помощи. Сверхигрок. Такой нагибун, ой, нагибун, ужас какой, напарник твой, раннер 7575, и тот четверых уделал, ни разу не сдох, ну-ка, о, 39-й левел, вообще, блин, видали, какой красавчик, 4-0, а ты, блин, ваш пет. Вот так вот. Ну а вам, мои дорогие, спасибо всем огромное за вашу поддержку, за ваше внимание и за ваше понимание. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Пока-пока.